City of mine, how I love, how I love the city of mine. Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Как вы видите, я вообще отбилась от рук и уже забыла, что такое записывать видео. Вся в какой-то запаре. Мы с Ариночкой сейчас в запаре в огромной. И вот, запара не только, так сказать, вокруг нас, но и в наших головах, поэтому не приходит светлых мыслей. Сегодня решила все-таки собраться, потому что у меня был план записать несколько интересных видео. В свободное время, которое у меня было, я занималась просмотром разнообразных интервью. Что-то вот подсело на интервью, стало мне интересно, что там люди рассказывают о своей жизни. Ну, естественно, публичные, известные люди. И я для себя выявила три интересные темы, которые, как мне кажется, беспокоят каждого из нас. Это тема прошлого и тема наших взаимоотношений с прошлым. Это тема обид и прощения, и тема разного рода психологических проблем и стрессов. Вот. Так или иначе, все анализируют свое состояние и пытаются понять, как же с ним бороться, как же принять эту жизнь, как научиться ее жить так, чтобы нравилось, чтобы было хорошо. Вот. И вот эти три темы мне очень хотелось бы осветить. Конечно, я смотрела интервью не с целью того, чтобы, знаете, сплетни какие-то собирать. Когда я смотрю на других людей, слушаю их, это заставляет меня анализировать свою жизнь и делать какие-то выводы вот лично для себя, чтобы потом в дальнейшем ими пользоваться. Вот. Первая тема сегодня, которую буду освещать, это тема взаимоотношений с прошлым. Сегодня поведаю вам о своем опыте выстраивания взаимоотношений с прошлым и поделюсь выводами, к которым я пришла, так сказать, которые лично для меня работают. Я думаю, всем знаком выражение «живите настоящим». Живите настоящим, ведь прошлого уже нет, будущего еще нет, есть только настоящее. Но если оценивать вот реально, как это в реальности все, то наше прошлое – это, наверное, самое сильное по энергетике, более сильное, чем наше настоящее или будущее. Рейтинг выглядел бы вот так, наверное, на первом месте по энергетике прошлое, на втором месте будущее и на самом последнем месте настоящее. Все прошлое – это вот как огромный рюкзак с накопленным опытом, который ты несешь за плечами, а настоящее – оно скоротечно. Вот сейчас оно есть, а завтра уже нет. Завтра и сегодняшний день, завтра тоже уже упадет копилку прошлого, поэтому настоящее слишком скоротечно, но слишком слабая энергетика. У будущего тоже достаточно сильная энергетика, потому что хотим мы того или нет, мы захвачены в нашем настоящем мыслями о будущем, о том, что же вот будет завтра, послезавтра, или что я планирую на полгода, на год вперед и так далее. Прошлое буквально порой захватывает нас. Иногда смотришь на людей, слушаешь их истории и понимаешь, что уже прошло много лет, а люди все еще живут этими историями, потому что их не так просто отпустить. Кто-то в течение всей своей жизни будет вспоминать свой развод, кто-то будет в течение всей своей жизни тосковать по ушедшим близким, кто-то будет всю свою жизнь сокрушаться из-за того, что там прогорел в бизнесе. Звучит как бы смешно, да типа, да кто это делает? Да постоянно делают это все. Очень часто общаясь с людьми, когда они рассказывают о своей жизни, о прошлых событиях своей жизни, многие рассказывают это так, как будто бы это случилось вот только вчера. Как будто вот только вчера он потерял бизнес, или как будто вот только вчера ушел из жизни близкий человек, или как будто только вчера случился вот этот развод 20-летней давности, и видно, что женщина до сих пор его почему-то не пережила, хотя после этого можно было прожить много других интересных историй. То есть вот такое вот достаточно токсичное воздействие нашего прошлого на нашу настоящую жизнь, с которым, конечно же, как-то надо бороться. Также из прошлого приходят разные комплексы, разные переживания, разные травмы психологические, сформировавшиеся у нас в детском, там, подростковом и другом возрасте. Поэтому вот как со всем этим быть? Мой рецепт. Первое, что я для себя поняла, что очень сильно облегчает жизнь, это начать делить жизнь на отрезки. Жизнь очень длинная, одновременно очень короткая, но тем не менее, это всего лишь метафора, но длинная, как есть выражение такое, жизнь прожить не поле перейти. И в течение жизни происходит очень много разных событий, которые просто невозможно через всю жизнь тянуть за собой. Не надо, это слишком тяжело. Нужно как-то дробить все-таки жизнь на отрезки. Вот прожил ты какой-то этап, ты закрываешь дверь в прошлое и идешь дальше. Вот это самый оптимальный формат.
жизни, который позволяет не надорваться всеми теми грузами, которые ты в своем прошлом заимел. Тащить через всю жизнь – это очень тяжело, это очень накладно и порой очень токсично, как я сказала. То есть, ну, развелась и развелась. Да, бывают очень тяжелые, очень драматичные истории, но надо вот как-то хоп и отрубила. В любом случае, если ты понимаешь, что ты уже туда не вернешься, зачем тебе вот это волочить за собой и так далее. Ну, случилась какая-то драматическая история с потерей близкого человека, со смертью, я тоже это переживала. То есть ты понимаешь, что в любом случае это не вернется, да, может быть, какая-то там периодами ностальгия. Ну, ностальгия — это на самом деле хорошо, потому что когда ты ностальгируешь по прошлому, это тебя иногда заставляет задуматься о том, что было бы неплохо начать ценить то, что есть сейчас, потому что когда-то наше настоящее тоже станет этим самым прошлым, и ты будешь также по нему скучать. Вот. Ну а в целом вот эти сокрушения, переживания, они очень изжигают нас, испепеляют нас изнутри, поэтому надо дробить жизнь на кусочки. Ты чувствуешь, что подошел к какому-то финальному этапу какого-то отрезка своей жизни, ты закрываешь дверь и идешь дальше. Следующий способ, который очень помогает очиститься от переживаний и тягот прошлого, это смена среды. Расскажу вам о таком интересном явлении, о котором, возможно, вы не слышали, и оно вас очень удивит. В Японии, да, причем в Японии, сейчас вы поймете, ежегодно пропадает достаточно большое количество людей, и эти исчезновения не носят криминальный характер. Это совершенно добровольное исчезновение. Этих людей называют йохатсу, что дословно переводится как «исчезнувшие», кажется, так. За произношение не ручаюсь. И какова же причина? Когда я заинтересовалась этим явлением, почему исчезают люди, и зачастую главная причина заключается, конечно же, в банальных вещах, какие-то проблемы в жизни. Какие-то проблемы в жизни, от которых человек хочет уйти. И когда я только об этом услышала, мне показалось это как чем-то странным. Типа, боже, какие малахольные люди, какие слабые, какие вот даже в этом есть какая-то такая подленькая нотка, да, вот, ну, не получилось у тебя что-то, зачем бежать, да, там, от семьи, от работы, от дел, что сразу сдаваться, да, ведь все в жизни можно исправить, отношения можно наладить, работу можно найти, отчислили из университета, можно восстановиться и так далее, потом доучиться, там, долги накопил, ну, ладно, отдашь ты их, отработаешь, что же сразу бежать. Потом я поняла, в чем заключается глубина вот этого всего происходящего, что же там такое за этим стоит. Люди очень боятся непринятия среды. То есть проблема не в том, что с тобой что-то случилось, а проблема в том, что среда тебя такого не примет. И вдруг я поняла, насколько драматична эта история. Черт возьми, ведь это настолько правдиво. Ты действительно можешь пережить какие-то сложнейшие этапы в своей жизни, выйти из этого, проделать над собой огромную работу, но среда не живет с тобой, твое окружение не живет с тобой в унисон. И что бы ты ни сделал, ты для них какое-то время будешь оставаться тем, кем они тебя знали, да, то есть дело не в проблеме, а дело в окружении, которое знает тебя таким. Ну, допустим, пил человек, был у человека кризис, человек пил. Ну, вот женщина, вы вдруг запили, что-то у вас там случилось страшное. И вот все уже начали замечать, что вы бухаете, что такая бухачка. И проходит какое-то время, естественно, вы нормальный человек, вы думаете, нет, все, я должна взять себя в руки. Вы взяли себя в руки, наладили свою жизнь, у вас все прекрасно, вы не потомственная алкоголичка какая-то, у вас все прекрасно, но для соседей по подъезду вы там Ленка-алкоголичка. И они долго вас будут там за спиной вас шептаться, что вы Ленка-алкоголичка, при этом не замечая того, что вы уже давно не пьете, вы уже там хорошо, прекрасно выглядите, хорошо одеты и так далее. Все, Ленка-алкоголичка, да? Или вот была такая история из жизни подружки моей мамы. Когда-то в 90-е годы у нее случилась такая неприятная ситуация. Ее ограбили при участии ее сына. Тогда были всякие вот эти плохие компании, и ограбили ее квартиру наркоманы. У нее было что грабить, это очень интеллигентная, интересная женщина, умная, с достаточно креативной, современной профессией по тем временам. То есть она была таким первым программистом, делала первые вот эти шаги в программировании. Сейчас ты никого не удивишь, а тогда это было все еще в новинку.
невероятно интеллектуальная, интересная женщина, и при этом вот такая вот случается ситуация. Сын связался с какими-то наркоманами, и они обчистили всю квартиру. Ее привел своих друзей, и они обчистили квартиру. Естественно, она с дуру, как мы и все, на эмоциях поделилась со всеми там подружками, приятельницами. Естественно, у нас там как по селу, хотя мы в городе живем, по всей вот этой улице, пошел вот этот слух, что ее сын наркоман, сын наркоман, ее сын наркоман. Хотя, скорее всего, вот я его видела раньше, и я считаю, что он не был никаким наркоманом. Он такой же под стать своей маме, очень интеллигентный такой, какой-то спокойный мальчик. Причем очень цветущий такой, да, там я видела наркоманов, живущих у нас в подъезде тогда вот в 90-е, и это совсем уже такие, ну, на вид не очень люди, а это был цветущий нереальный красавец. Ну, вот какой-то он мягкотелый. Я думаю, что, скорее всего, он и не был никогда наркоманом, просто он связался с компанией наркоманов, они его как использовали как такого ложка, извините за выражение, да, знали, что у него мама при деньгах, и вот его просто типа взяли в свою компанию, развели на деньги. Вот, наверное, скорее всего, так и произошла эта история. Что же она сделала потом его мама? Она его отправила учиться в какое-то типа военное училище, где их только по выходным выпускают, чтобы вырвать его из этой компании. Он успешно отучился, сделал военную карьеру, прекрасный сын, обожает свою маму, там регулярно ей помогает всем, чем только может. И вот все. Но вы прекрасно понимаете, что для тех людей, которые слышали когда-то эту историю от нее, для них ее сын навсегда наркоман. И вот, кстати, он остался жить в одном из тех городов, где он ранее проходил свою военную службу, не вернулся, да, вот прикиньте, некоторые люди такие сидят, а где же ее сын? Что-то его не видно. Наверное, уже в могиле сгнил, наверное, уже там снюхался, скололся и помер, а он там живет, процветает. То есть очень трудно окружению доказать, я не тот, что вы знали раньше. Вы знаете же, как я много, какую огромную работу я над собой проделал. Помимо того, что ты там, допустим, в какой-то кризисный период испытываешь вот этот стресс из-за своей проблемы, так ты еще будешь испытывать колоссальный стресс из-за реакции окружения. Да, вот там мало того, что, например, двойку в школе получил, так еще и люлей от мамки с папкой получишь, да, и так далее. Это уже начинается с детства, а во взрослом возрасте это перерастает в более глобальные проблемы. Или вот вы там, не знаю, когда-то ссорились с мужем, пожаловались подружке, Наташа, там муж, и Наташа все, она запомнила это. И уже там прошло 500 миллионов лет, вы прекрасно живете с моим мужем, прошли все там испытания, а она будет звонить и вам по-прежнему спрашивать, привет, Катя, как ты поживаешь? Как ты поживаешь? А муж как? Больше тебя не бежает? Не бежает больше? Больше не пьет? Не пьет тебя? Нет, нет, не пьет, не пьет. И, конечно, будет для семьи, которая проделала огромную работу над собой, уже много-много лет там в отношениях, будет очень мерзко вот это слушать, вот эти унизительные вопросы в трубке. Он там не бьет тебя, больше не бьет, больше не обижает тебя, не бьет, не пиздит тебя, нет, нет, подружка моя дорогая, нет, нет, не пиздит. То есть ты понимаешь, что тебя как бы клеймили грязным клеймом, и ты по жизни, если ты не выбросишь это окружение, ты будешь идти с этим грязным клеймом. Что бы ты ни сделал, вся твой, весь твой труд обесценится вот одним вот этим словом. Вот. А если позволите, еще одна история. Была у меня такая начальница, заведующая сети магазинов. Она выросла в деревне, в пьющей семье, и мама и папа пили очень сильно. Но все равно, как любой ребенок, она привязана к своим родителям. Вот она время от времени к ним ездила, чтобы что-то им передать, там, одежду, продукты, деньги. Ну, не хотелось ей бросать их, чтобы они совсем там загнулись. И вот каждый раз, когда она приезжала в эту свою деревню, ей вот там какие-то девчонки, с которыми она когда в садике была, она была там школьные какие-то приятельницы, которые до сих пор не выехали из этой деревни, там живут в этой всей затрапезности. И вот эти какие-то соседки еще какие-то помнят главный вопрос, который они задают, встречая ее где-то там на улицах этого села. Ну что там, как твои дела? Пьют родители, пьют. Бедная ты несчастная, как же тебя жаль. Как же тебя жаль, бедная девочка, как же тебя жаль. Да, блядь, это вас жаль. Какого хрена вы в этом дерьме? Девочка проделала огромную работу,
Она изменила всю свою жизнь, она не пошла по стопам своих родителей, и в город уехала, и отучилась, карьеру сделала, и замуж вышла, и сын растит. Но единственное, с чем к ней лезут вот эти ее бывшие односельчане, с вот этой жалостью, как жаль, что у тебя мама и папа пьют. В какой-то момент она сказала, я просто не могу туда ездить, когда я оттуда возвращаюсь, меня просто лихорадит, мне просто вот кровь приливает к щекам, к вискам, у меня стучит в голове. Я просто вот как будто бы у меня начинается какая-то лихорадка, как будто бы я возвращаюсь вот в то свое нищее, несчастное детство, где мать и отец пьют, и все только вокруг меня жалеют, и как говорят, какая же я жалкая. Ну, я думаю, вы понимаете, к чему я веду. Поэтому, если вы можете, отрезайте людей, которые вас судят по каким-то там своим историям из прошлых, по каким-то историям из прошлых, по которым вы им запомнились. Все, вы никогда ничего не докажете. Идите дальше, переступайте через них, как через бревно, идите дальше. Не надо поддерживать связь с этим окружением. Отрезайте всех, кто вот так вот себя ведет с вами и постоянно там вам тычет вашими какими-то, как будто бы, знаете, вот это специально. А сволочь, помнишь, с какого дерьма ты вылезла? А ну-ка, на тебе в грязь. То есть вот возникает такое ощущение, что они даже как будто бы специально это делают из зависти, потому что они завидуют, что у тебя наконец-то там все хорошо, ты с жизнью разобралась, и тебе хотят напомнить, из какого дерьмеца ты вынырнула. Вот таких надо отрезать, вам будет легче, да? Я искренне, знаете, восхищаюсь людьми, которые могут всю жизнь жить там в одном дворе, в одном доме, и все вот этот вот весь груз на себе тянуть, груз вот этих всех историй. Зачем это делать? И так тяжело. Зачем вы выбросите все это, смените, там, не знаю, вас это окружение как-то подтравливает, смените окружение, смените дом, смените двор, город, если надо, и так далее. Я не знаю, в страну, в космос летите, ну что угодно, не нужно вам это все. И последний такой заключительный момент, который тоже очень играет большую роль в выстраивании своих взаимоотношений с прошлым. Если вы хотите избавиться от каких-то переживаний, связанных с прошлым, не инвестируйте в эти переживания. Это вот достаточно распространенная ошибка. Мне нужно поработать с моими проблемами из прошлого. А давайте мы это проговорим. Вот это меня больше всего. Давайте я заплачу там 30 тысяч специалисту и пройду у него 10 мучительных сеансов, где мы будем на каждом сеансе вспоминать там, как отец бил мать, как бабушка морила голодом тебя, зачем это надо? Ты отдаешь не на удовольствие, не на счастье, не на радость. Ты отдаешь эти деньги, чтобы пойти там к психологу, и он из тебя там 5-10 сеансов подряд тянул вот это все дерьмище, которое ты пережила за свою жизнь. Не знаю, на мой взгляд, вот я не буду никому навязывать свою позицию, на мой взгляд, там на эти, грубо говоря, там 30 тысяч проще какую-то путевку купить и слетать, сменить обстановку, там побегать по пляжу, порадоваться жизни, чем платить психологу, чтобы он в тебе вот болячку твою ковырял. Ну, это кому как. Пишите свое мнение, что вы об этом думаете, какие у вас взаимоотношения с прошлым, удалось ли вам преодолеть какие-то вот тяжесть вот этого груза, который тянется за вами из прошлого, или нет, что вас мучает вообще. Делитесь. Это интересно, кто как справляется, у кого что. Всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И пока!